известна причина краша. Вот, да. Так, интересно, а кто-нибудь зайдет? Так, все, ГГ, что ли? А, не, вот, присоединяются потихоньку. Блин, такая идеальная стата была. И все. И все. Блин, такая... Блин, блин. Класс, 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 класс. Да я уже понял, что минус стрим. Сейчас я новую ссылку сделаю. Этот стрим крашнулся. Жесть, ГГ. Ладно. Так. Опа, Башарак Копенгаген, как всегда, первый, как всегда, лучший. Даров, даров, даров. Ща подождем, пока все прибудут. Если они не забили... Так, у меня крашнулся, короче, стрим. Для тех, кто только сейчас пришел, говорю сразу. На месте так-то чё, осуждаю. Осуждаю, но спасибо, что ты с нами. Так вот. Как я уже говорил, чекайте название стрима, и вы поймете, почему стрим внезапно оборвался. Я не знаю, это комплимент или нет, но Олег пишет, а я заснул, заснул под твой стрим, да. Так, короче. Осуждаю, тут с моего деда угорают, я его сейчас читаю. К Стамошему. Дальше не буду читать там. Спасибо деду за победу с иглы. Блин, чё, теперь мало людей будет, да? А, я забыл кое-что сделать. Секунду. Так, вот. Так, там еще стрим не крашнулся, надеюсь. Алло. Еще стрим. Нормально все, нормально. Проверил. Вообще, после этого можно зайти опять хорошо. Ладно, неважно. Так вот, если еще пишите Олегу, что он некрасиво поступил, так сказать, по отношению ко мне, к стримеру. Потому что, ну, спать под мой стрим, я считаю, что это... как минимум обидно для человека на стримере, то есть мне. Так что, если чё, коллегу все зайдите и напишите ему, что он плохой. Так. Да, всё классно. Так, ладно, пока там все подходят, а я надеюсь, что все подходят и меня, да. И мне, короче, нагло врет статистика на Ютубе и везде вообще, что у меня всего один зритель, хотя тут как минимум Миша, Матвей, Кирилл, и скоро потянутся другие. Ладно. Так, что делать? Двигать рукой. Ты не в лучшей форме, малыш. Сам ты малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Ой. Куда несёт дым? Ой, малыш, сюда, всё плохо. Чего, плата сгорела?
Ребят, я один прикол вспомнил. Приходит как-то... Стример пытается задавить стримера, но Даня не девка, Даня сильный. Так вот, ребят, рассказываю шутку. Ютуб пытается с иглы. Вообще, мне кажется, это дед пытается мой стрим прервать резко, но ничего, деда, я не сдамся. Он ведь этого не слышал, да? Так вот, рассказываю анекдот. Приходит компьютерный мастер по заказу и говорит: у вас мать сдохла. Осуждаю, осуждаю. Простите, 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 простите меня, пожалуйста. Осуждаю. Так, что-то нравится? Так, нормально все. Так, ахахахаха, реально проорал. Ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики. Вау! Так, че тут? А их двигать можно? А, можно. Ух, ух. Во! А могу еще? Опа. Ребята, показываю свой интеллект. А куда это? А, все нормально, все нормально. Ребят, показываю интеллект. Ум. Мощь. Либидо. Изи, изи, ребят, изи. Изи сюда, банк, сюда, мани, 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 мани. Шучу, шучу. Блин, мне кажется, у меня больше столько зрителей не будет, как тогда. Так, ну, да ладно. Мне статы прошлого стрима достаточно будет. Ну, если зайдут опять там 7-8 человек, то будет нормально. Я так считаю. Чего надо тебе? А, я только в одну сторону, типа, понял. Я не тупой. Еще давай. Говорю ж, я не ту... Тебя что, двигать нельзя? Окей, не важно. Да сейчас сделаю, что ты на меня давишь? Так. Понял. Нету, нету, нету. Как тебя убрать? Опа. Где? Да. О, ну. Вы ничего не видели. Изи. Чего? Я понял. Я понял. Я понял тебя, игра. Изи. Не, ребят, это все. Это все фейк, такси. Ой. Фиксируем напряжение. Осуждаю. Так, так. Че? Да плевать, положительный, отрицательный. А сколько тебе надо? Ага. Ну, я считаю, это надо делать точно не так. Поддержишь ли ты движение в народе? Бля. Честно, я до такого не слышал. Да, стример тупой, и чё? И чё? Вот бывает такое. Поэтому я ничего не могу о них сказать, да. И почему мне подписчики спрашивают, поддерживали, а чё тут такое? То, сё, вы чё? Ребята, вы не должны топить стримера, просто напоминаю. Напоминаю, да. Посмотрим, что будет. Чего тебе? А? Во, крепыш! Ну-ка, напряги бицепс. Брат, механический. Изи. Док испытывал новые материалы для протеза.
Он просил меня просмотреть Опа. Работу, когда будет время. Оно пришло. Ну, давай. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Фига вас уже 5. Ребята, спасибо, что вы пришли. Чё, да я разберусь, я не тупой. Ну. Очевидно же. Очевидно же. Очевидно же. Ну как вам достаточно высокий интеллект? А? Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что как там стрим нормально все? Я теперь буду каждые 5 минут смотреть. Алло, алло. Ну чё? Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я всё окончательно не испортил. С иглы, пора по бабам. Осуждаю. Заткнись, пожалуйста. Спасибо, что написал по состоянию стрима, да. Ты долго будешь ходить весь ободранный, обоссанный? А я могу говорить слово обоссанный на стриме? Опа. Ну, ладно, это второй стрим, я его вряд ли буду смотреть. Ну, именно на комиссии. Надеюсь. А если чё? Блин. Со Скорпионом, Электро и компанией. Ну да, вспомнил меня, скрипнул. Ничего. А чё ты такой ушастый? Не надо так делать. А чё так дофига лететь? Ну ладно. Опа, ребята, слушаем внимательно. Я даже это паузу сделаю. Джейм, Джон и Джейсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного... Осуждаю! ...с пушкой и золотой цепью на шее, решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три... А почему у меня плойка указала игру GTA 5? Всего доброго. Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее. Так, все. Величайший перестал говорить, поэтому... Так, пока я лечу. Браво. А, так вот, у меня боевой клич... Его нельзя на стриме говорить. Вот, да. Нет, Кирилл, Башарак Копенгаген, это не сталкер. Что, тоже стало обидно, что сталкера нет, да? Ну, что ж я могу поделать-то с этим, брат? Все, что в моих силах, я и так уже делаю. Поэтому лайк влепите за старание, там все дела. Вот это я бачу на лайки. Словно создан для этого, да. Класс, класс, класс. Алло.
Так, нормально все, посмотрю. Да, нормально. Ребята, кто-нибудь помнит, на какой минуте тот стрим закончился? На 40-й или на 50-й? Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Осуждаю! А у тебя есть смокинг? В этом году балла не будет. С какими слишком деньгами? Много потратили на систему наблюдения Аскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Окей, весь думаю, можно тогда еще минут 40 постримить. Так. Еще нормально вам праздник устроил, силы, да, подписчики? Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. Ребята, а как вы оцениваете вот эту вот азиаточку? Лично я? Ну, где-то 7-8. Ну, потому что она же азиаточка. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Вот, все классно. Опа, один гофит, здорово. Короче, прошлый стрим крашнулся по причине, читай название стрима. Так, понял. Понял. Ща. Ух ты. Чё тебе не нравится? Алло, о. Ну, в смысле, чё про азиаточку? Я же говорю, классная внешность, 8 из 10. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но... Я думал, ангел делать, а под это одно удовольствие. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку... Блин, надо самому английский сделать. Ясно, хорошо. Ну, я типа посмотрел четвертое задание. Я займусь. Вроде нормально. Можно будет сделать в школе, да. Давай. А я могу вообще об этом говорить? Типа... Это меня никак не очерняет. Я не знаю, как относится к азиатке. А, относиться я дебил. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Убейте меня, пожалуйста, осуждаю. С именем Юрий. Да чел! Я ж тебе говорил, не Юрий, а Юра. Ой, то есть Юрий. Миша, теперь исправь на 8. А теперь исправь на 8. Исправь на 8. Или, по крайней мере, нормально аргументируй, помимо того, что она азиатка. Пожалуйста! Изи. Уже не так изи. Надо постоянно искать всякие вопросы, тем самым повышая релевантность видео. Рили, Матвей, давай. Ты у нас знаток вопросов. Ну, если что, подписчики, если вам интересно там что-нибудь, просто задавайте вопрос. Дочитал я имя в субтитрах, но это по-любому все про... Абеме! Скрывает правду. Да, согласен. Так, нормально там все, надо посмотреть. Алло. Теперь да, алло, уверен, нормально, что нормально. Ключи. Алло. Подождите. Пожалуйста. Во, все, класс. Ладно, дубль 2. Да, я тебя понял, игра. На. Я убью тебя. Осуждаю. Брат, конечно. Всегда, пожалуйста. За то, что я провожу эти трансляции. Че я несу? В смысле ты уходишь, брат? Не надо. Ладно. Я не должен тебя удерживать. Если тебе надо прям срочно, то... Конечно, можешь уйти. Я не буду плакать. А как он оттуда спустится?
лох. Он спустился. Да не ты. Вот ты, да. Что случилось? Уф. Изи. Ой, а вот и... Не пиши это сюда, дебил! Ты же сам видишь, что чат видно! Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Но тем не менее, привет, Руслан. Грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Так. Нет. А, поиск преступлений. Где преступление? Вижу. Нет. Рили баннер, Руслан. Извинись перед аудиторией, перед комиссией и перед всеми вообще на планете. Где я? А, вот он я. Что? Нет, извинись за такие слова. Скажи, что ты больше не будешь такие слова произносить. Кто осуждаю? Точнее, а это... чё не до бомжа докопать? Я сказала, отвали! А, бьют, бьют! Ребят... Лично я считаю, что она сильная женщина, поэтому я не собираюсь помогать ей, да. Ну ладно, эти тупые мужланы просто, ну, как бы, не могут поодиночке с ней разобраться, поэтому они скрысили. И нападают с численным преимуществом. Но я ей помогу. Отстань от нее. Осуждаю за слово какашка. Ребят, по-моему, я сам нуждаюсь в помощи. А ты кто такой, Амбал? Никого там Да, стул, ребят, это стул. Я уже не знаю, как сидеть, чтобы её не скрипел. И чтобы подписчики не думали, что я что-то не то делаю. Блин. А почему я не могу вот этого здорового урода убить? Ой, осуждаю. Громилу очень сложно ранить рукопашный, чтобы заставить его раскрыться, используйте паути. Изи. Да, брат, это стул. Блин. А у меня сейчас джойстик заряжается, поэтому я не могу лечь. Стоп, почему я спалил, что я лежу, когда играю? Блин, ну ладно, хотя, по-моему, так все делают, когда в плойку играют, ну, типа, лол. Опа, видали байт, забайтил тьмошника. Надо как в Японии на полу. Ух ты, да чё ты? А это нормально? А ты... Возьми и с плойкой ложись. Так, у меня... Пошел ты. Купил бы себе... Чокопай. Коробочку 12 штук. Все, пошли тут на такие. В Японии там сидят. Скоро будут сообщения про то, что в Японии на бутылке сидят. Где это делают русские? Да иди ты! Я буду тебя здесь гасить, мне очень все равно. Ух ты! Привет, крепыш! Осуждаю. Не смей здесь про это писать. Осуждаю. Не бей! Радости мало. Да отойди ты. Поспи. Видали момент? Классный. Я надеюсь, тебе не больно было. Ух ты. Ух ты.
На. Чё, больно, больно? Лох. Ладно, а если так? Ух ты. Опа, мне не хватило. Ух ты, а ты сильный. Они? Я бы сказал, что они мне дают, но нельзя на стриме такое говорить. Запрещено. Кодексом Российской Федерации. Потому что... Ух ты! Да мне не хватает на него паутины, лол. Изи. Ладно, не очень изи. Интересный факт. Бутылка имеет эргономичный форм-фактор. Чё, а? Спасибо за факт, Динго Фит. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Тебе бы помыться. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Ок. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там ок. Лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не а за что вы меня уже едой прям убиваете? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А человек-паук. Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Оттуда, откуда? Чё, пробежать по стене? А, круть. Ну-ка. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты! Фу, зачем ты ей помог, она чистая. Разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Ух ты. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимал такого паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Опа, стоять, стоять! Можно настроить эти вышки? Так, главное, чтобы стример не казался тупым. Так. Изи. Видали? Видали? Гений. Кодима 0.1. Есть! Минус 3. Теперь вышки ловят все радиочастоты. Упа. И поблизости тут что-то есть. Что же это? А чё, что будет? Ты о чём? Кто упадёт? Я уже забыл. О чём я говорил? Так, Кирилл, я забыл. О чём, что упадёт? Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Паук, если упадет. Интересный факт. В Исландии дороги имеют функцию подогрева. Тем самым решается проблема обледенения. Офигеть. Паук, ща посмотрим. Так, где тут самое высокое здание? Че там? Меню с нашего первого свидания с МДЖ. Фу, свидание. Я не смог позволить себе место публичное. Девочки. Впрочем, ей понравилось. Окей. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Да, блин, ладно, потом посмотрим. Паук, но хотя... Коп. Ай, ладно, плевать. Где тут самое высокое здание? Где-то должна быть башня Мстителей, вроде как. Понял, я покидаю район задания. А где задание-то? Вижу. Опа. Алло, ребят. Алло. Алло. Ну чё там? Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Ой, блин, это человек в костюме!
Да иди ты в пень. Так, эти мусорные мешки. Ну, я тут ем, а ты нет. И чё? И чё? И чё? Я ради вас стараюсь. Чё вы меня тут кибербулите? Изи. Чё ещё? Ещё? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Сам придурок. Падай. Да не сюда. Вот. И жрать не хочется, и спать не хочется. Так, Юрий. Сказал Матвей, замотай. Окей. Ты не хотел сказать, ком-пом? Блин, время я уже... Подумал, а во сколько? Служба закона, во сколько? Классно. А время 21:21. Нормально, я посмотрю. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Осуждаю. Сегодня, Юрий. Воду минеральную. Безвременно... Кто-то Юрий, артезианскую. Юрий, ты тут... Кто-то, может быть, кока-колу. Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Но не алкоголь. Так, там все нормально? Но не алкоголь. Нормально все. Юру оценивают 7 из 10. Ну, в принципе, нормально, нормально. По-моему, тут то ли две, то ли три бабы. Вроде как. Не помню, честно. Вот. Извините, конечно. Ой. Во. Я написал крутое сообщение, оно не отправилось. Ну, слушай, можешь попробовать еще раз написать? Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Так, нормально все, нормально все, нормально все, нормально все, нормально все, нормально все. Доктор Октавиус уже ушел. Не-не-не-не-не, пожалуйста, 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 пожалуйста. Падла. Да ну все. Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. По-моему, нормально, да? Нормально все? Нормально все? Нормально все? Мне прибраться в лабораторию? Так, надо. Нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим. Отдохнем, продолжим творить. Я еще испугался. Так. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться. Чел, там символов 200. Где символов 200? А-а-а! Ну, блин. Тогда можешь мне завтра рассказать. Да. Опа, это что? Ух! А куда меня несет дым? Или же я могу как-нибудь настроить Donation Alerts? И ты напишешь это сообщение в донате. Классный байт на деньги, я согласен. Донатом, надеюсь, расскажешь, да? Ну ведь донатом, да? Донатом. Опять деньги выкачу. Да нет, подписчики нет. Если не забуду, можешь. Класс. Офигеть. Опа. Наконец-то я поменяю костюм на нечто нормальное. Или хотя бы почищу этот, да и зашью. А я донатил тебе уже. Так это было месяц назад.
это осуждаю. Алло, какой канал и второе слово? Осуждаю. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. А я шагаю по столу, как Назарбаев по столу. Че он так пафосно ходит, господи? Ребят, это все стул. Парки. Это тоже стул. Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Школьный. Ну да. Ну да. Это ты? Я... Конечно, я. Даня Пил. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я просто в Билли втюрилась, втрескалась, вкрашилась. Потеряла. Влюбилась. То под угрозой ты тоже. Да-да, да-да. Да. Да. Не бойся. Я нем как рыба. Спасибо, брат. Броу. Ну, кореш. Бра. Ребята, проверьте свою электронную почту. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм... Осуждаю. ...на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Спасибо, брат. Белый паук? Опа. Теперь я могу менять костюмы. Класс. 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 Да. Ой, извините, ребята, пожалуйста. Должно сработать. А я сколько в общей сложности уже стримлю? Нежелательно, понимаешь, так что... Давай просто сменим тему. Ух ты, ля красивый. Ля. Посмотрите на этого атлета. Пардон, спешу на работу. Ну, короче, где-то 1:20, вот приблизительно, не считая. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ух ты! Новый костюм, старый добрый я! А, понял. Спасибо, что предупредили. Так, ну, наверное, меня уже можно отпустить в какое-то большое приключение, да? Игра, да? Кирилл, сейчас мы снова будем тестировать, ну, точнее, попытка номер два, потому что нам тогда задание помешало. Чё будет, если вот эта вот туша красно-синяя упадет? Много инвесторов. Без причин мы не могли. Где тут башня Мстителей? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. А где башня Мстителей?
А скорб это не то. Так. Да. Паук, хватит. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя, хотя я и не понимаю почему, вспомнят. Я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет. Потому что эти некомпетентные бюрократы построили сеть, которая падает чаще, чем алкаш, идущий домой. Опа! Осуждаем. Никаких результатов. Это еще не самое худшее развитие событий в нашем мире, ребятки. Ладно, ладно, я вам помогу. Хорошо, хорошо. Алло, а Кирилл вообще как бы здесь? Просто вдруг я без него проверять собираюсь. Ну, который... Динго-фид. Динго-фид! Окликнись! Ой, в смысле... Отзовись, да, брат. Это что? Я стал сильнее? А, бесконечная эта штука? Бал... А, она восстанавливается. Ух ты. У меня стрим вообще идет? Да, идет. Я надеялся, что без Фиска уровень преступности упадет. Так, где там башня мстителей? Вон она. Полиция уже и... Да-да-да-да-да, заткнись. 10-10. Очевидец сообщил о наркосделке. Осуждаю. Так. А ее, по-моему, сфоткать надо. А, у меня тут нет еще. Так. А, окей. Все, проверяю. Ух ты! Ребят, ну чё, как? Нормально все? Опа. Я могу... Чё, как, пацаны? Бойсы? Гёрлсы? Сам ты поддельный, чмо. Хотя, судя по вот этому, может быть и поддельный. Рили. Где? Кого? Где? Осуждаю, я вас угнетать буду. О, да. Такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть. О, ты все, спишь. Ух. Когда я смогу у вас отнимать оружие, я скиллу только увидел. А у меня есть вообще очко опыта. Опа! Красивый мув. Ну, у меня-то да, оно точно есть, а вот в игре есть очко умений, skill point, так сказать. Согласен, осуждаю. Так, сейчас проверим.
хочу. У меня реально что-то есть. Наконец-то. Наконец-то. О чем я? По костюм. Ребята, выбирайте. Надену любой по вашей указке. Я обязательно выживу. Картонный рыцарь, я так понимаю, это вот, скорее всего. Полиция уже едет, значит и мне пора. Давай. Не понял. Алло, ты бегать будешь? Алло, алло. Алло. О. Класс. Класс. Класс, инсомник. Класс. Ой, а теперь что-то далеко до квеста ходить, да, ребят? Согласен, ребят. Опять я сам с собой разговариваю. Класс. Ух ты. Где? А можно ли осудить осуждение? Ну, наверное, да. Блин, какой же этот боковой чат удобный. Правда, все-таки игру немного сжимает. Ну да ладно. Да, например, борьба за право женщин. Так, короче, выполняя вот этот квестик, и мы на сегодня заканчиваем. Если у меня завтра будет времени много, хотя должно быть много времени, то можно запустить стрим Чанский завтра, да. Где-то в то же время 8. Новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Что надо? Опа. Ударная паутина. Удерживаю. Доступно. А я могу тебя улучшить? А у меня жетона рюкзака нет. Чего? Ух ты. Похоже, может сработать. Че, рили? Опа. Так. Не могу прочитать. Тупой. Шикарно. Доку понравится. Ну-ка. Класс. Я думал, босс его тогда и убил. Алло, алло. Лени говорит, мне вас много. Много. Прикуси язык. Да-да, только... меня много. Меня несколько. Так. Опа. Вот это я, конечно, стелсер. А смысл бороться за права тех, кого это не является людьми? Так. Осуждаю, если что. Нет. Ой, здорово! Мне это нравится.
Ух ты! Ой, у меня другая паутина должна быть. Вот, кстати, пока я тут бью всяким людям лица, хочу сказать, вот как женщины вообще угнетены? Можно вопрос? Зачем что-то делать по поводу этого? Вот вся эта борьба за права женщины. Вот как можно бороться за то, чего не трогали вообще никак? Как минимум, уже не трогают так сильно, как трогали, я не знаю, там, 1800-х там, или во времена там крепостного права. Все дела. Так что сейчас, как минимум, это бессмысленно. Сейчас фемки только портят все. Да и вообще. Почему в этой игре нельзя бить женщин? Извините, накипело под конец. Да иди ты. На, захват тебе. Черт, еще парни. Брат, я могу в ДС зайти и нести... Дурак, ты че пишешь? Я тебя убью! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Вот как минимум из-за этого я и не хочу чат врубать, я вспомнил. С иглы так мало ответов. Я научу тебя уважать. В смысле? Пускайся и дерись как мужчина. Что мужчина? Ну, может, женщины хотят внимания со стороны мужчин, пытались прихорашиваться, но не выжило лицо, и жиром обвисло, и никто к ней не подходит. Ну, блин, на каждую бабу найдется свой мужик. Вот так меня учил великий Будда. Ладно, шучу, дед. Поэтому, если к бабе не подходит, то это... Скорее всего, не из-за внешних качеств, а из-за внутренних, так сказать. Типа, ведет себя как казань, что там такое. Ну, это чисто мое мнение. Тут стример решил немножко поразглагольствовать, вот, все дела. Ты тоже ждешь своего мальчика? Да, а чё? А, функция костюма, да, изи, изи. Кажется, они позвали друзей. Ну, скажу так, есть 3 волны движения. Первую волну я уважаю, ибо они хотят получать ту же зарплату за равный труд, так как и мужчины. Ну, блин. Я слышу вечно только о тех, кто орёт вечно, еще не попадя. Испортили масс-эффект мне в мрази. Где я? Что я? Парни. Да сколько можно-то? Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Я убил человека.
Да ё-моё! Третья волна — это куча животных, плавающих в лице. Ребят, по-моему, стрим будет идти 1 час 40 минут. Ну, это я так просто говорю. В смысле четвертая? Ух ты! Падай. Ай-яй-яй-яй-яй. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Не бейте меня. Я помню, два поста в одной фильм-группе. Так, первое — мужчина свиньи, спустя месяц, второе — мы равны мужчинам. Опа. Лови! Ух ты. Ребята, ща, сломаю им позвоночник, осуждаю. Я вообще что-то разошелся под конец стрима. Такие плохие вещи говорю. Где я? Ой, последняя атака, спасибо. Так, нормально все. Держи. А, чё, брат, слушай. А, стоп, ты уже падаешь, ладно, тебя там подгонит. Опа. Да, господи. Хорошо, что Ведьмака не зашел. Там, блин, точно! Ну ладно, я бы просто каждые 2 минуты отсудал. Не слабею. Блин, она липнет! Их! Изи, изи. Нифига не изи, я устал. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. Скачаю Ведьмак с японской озвучкой. Хорошая работа. Там есть субтитры. Они русские. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Где подозрительно? А это все тот же квест? Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. А это все тот же квест? Я уже не понимаю. Ой, вот это классно, вот это классно. А как я буду понимать, что делать? Типа, я просто тогда буду ходить, бить всяких гулей. Фиска. Нужно перенастроить мой навигатор. Русские субтитры своих не кидают. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Ладно, устроим вам фотосессию. И вот теперь точно все. По памяти. А чё? Звучит хайпово. Да ладно, если чё, просто буду осуждать каждые 3 секунды. Нормально всё будет.
Да и вообще, пока мы не пройдем паука, я больше другое стримить старый не буду. Добрый Empire State. Из полномасштабных таких город. Игр. А теперь фоточку. Че, фоточку? Ладно, фоточку. Опа. Ну-ка, ща. Не. Да. Не. Ща. Во! А чё звучит? А не звучит. Так. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Да-да, делать мне нечего. Ты что, дурак? А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Вот Рилли, до связи, подписчики. Время. На этом все. Да, у него там свободное время. А почему 7 человек стало, когда я сказал, что стрим заканчивается? Вы что, издеваетесь? Ну да ладно. Всем спасибо за стрим. За этот двухпартийный стрим, потому что, ну, читайте название, да? Завтра может быть стрим, поэтому будьте на связи. Брат, я знаю там один клуб, где можно пофоткать. Все, на сегодня стрим закончен. Всем спасибо, всем пока. Ща я вырублю, ща я все вырублю. Все, всем пока.